Друзья, это новый выпуск по Clash Royale. Я нахожусь на основном аккаунте. Сейчас мы откроем сундук за клан Вар. Закончился сезон. Мы закончили, по-моему, во второй золотой лиге. И я хочу сегодня немножко поиграть на основе, потому что я оживил основу. И, если честно, у меня есть желание немного поиграть как в глобале, так и в грантах. Возможно, даже сегодня проведу стрим. Ну и твинк не менее интересный мне. Я тоже хочу на нем снимать и играть. Поэтому смотрите. Сейчас будет видос на основе. Давайте вот прямо сейчас вот смотришь видео, да? Посмотри там подписочку. Если вот есть кнопочка подписаться и ты не был подписан, прожми, срочно прожми на подписаться. Поставь лайк, собираем 5000 лайков. И я запускаю новое видео на своем твинке. Там я сегодня хочу сделать 3400 кубков с пятым гигантом. Друзья, если вам интересно, подпишитесь и обязательно этот ролик выйдет буквально, ну, сразу, как только 5000 лайков соберем. И на колокольчик нажимайте, чтобы вдруг не пропустить видос. Ну что, смотрите сундук. Оля. Оля, лига золотая, только я не вижу какой ранг лиги. Номер один вижу. Ладно, окей, давайте открывать. По идее, должна быть лего. Хочу ночную ведьму. Ой. Как меня бесит такое, когда начинаю открывать сундуки, меня начинают какую-то статистику, таблицу скидывать. Ну блин, Supercell. Да я все понимаю. Сундук, где? Что это такое? Зачем мне начисляете кубки какие? А, во-во-во, новый сундук. Ух ты, блин. И где сундук? Я не понял. Подождите, я что-то не понял, пацаны. Я только что открыл сундук, и мне ничего не выпало. Really? Я перезайду в игру. Так, я сообщение написал, жду от разработчиков ответа. Как только они мне ответят, сразу же продолжим запись видео. Ну что, друзья, я дождался ответа от разработчиков, немножко поиграл в глобале, блин, проиграл тут одному персонажу, поэтому немножечко, честно, горит. Сейчас будем исправлять эту ситуацию, апать кубки, но прежде давайте посмотрим, что же ответила мне техподдержка. Я им написал: здравствуйте, у меня не открылся клановый сундук, что это еще вообще такие за шуточки? Они пишут: привет, чемпион, постараемся, или кто, да... Спасибо, что написали, чемпион они, это я уже по шаблону, просто привычка. Постараюсь помочь разобраться в данной ситуации с клановым сундуком. После проверки текущего аккаунта мы убедились, или она убедилась, в общем, неважно, я недословно читаю. Значит, они убедились, что мне выпал клановый сундук, и выпали следующие карты. Варвары, духи, мортира, бочка, валькирия, темный принц и шахтер, пацаны, мне выпал. То есть, вы понимаете, мне бы выпало лего, я на видео это бы сделал, это был бы экшен. И они типа думают, это замечательная новость. Нет, это ни хрена не замечательная новость. Я хотел получить удовольствие от открытия сундука. И я им пишу: и когда мне эти карты дадут? И хочу получить компенсацию за моральный ущерб. Вот так вот просто. Я буду их бомбить и... конечно, вряд ли они мне какую-то компенсацию дадут, но я буду типа говорить: я просто морально уничтожен, я хотел получить кайф от открытия сундука, я его не получил, что делать? Короче, посмотрите за развитием этих событий, возможно, в конце ролика, что они мне ответят. Досмотрите ролик до конца. А сейчас погнали, сделаем парочку онлайн-каток. Колода, два дракона и голем. Поехали. Я немножко поиграл и понял основную больное место этой деки. Больное место этой деки — это слабый контр по земле. То есть у меня только дровосеки, ночная ведьма. То есть, ребята, всяким мини-пекам, элитным варварам я проигрываю, потому что очень трудно их задефать. Вот я только что проиграл, но мне, я не знаю, как будто противник мой знал, что мне нечем контрить мини-пек. Он просто в соло мини-пеку с гоблинами выбрасывал, а я в этот момент, у меня ни дровосека, ни ночной ведьмы в руке не было. И из-за этого проиграл. Ну, это ладно, в принципе, такое бывает. То есть поражение, ничего страшного, сейчас отыграемся. Вот. Так, а что мне? Дракон нужен срочно, второй. Поехали, второй дракон, сейчас будет рейдж. Так, вот второй дракон, пошел сплэш. Сейчас, ой-ой-ой-ой-ой-ой, помирай, помирай, помирай быстрей. Так, отлично. В принципе, лаву я должен легко контрить. У меня два дракона. Единственное, что мне интересно, у него шар или у него шахтер? Ну, скорее всего, шар. Шахтером сейчас редко играют. И хоть бы он сейчас шарик свой не выбросил там с чем-то. Да, с какими-то картами. Так. Так. Лава с левой стороны. Окей. Ну что, ставим голема навстречу лаве. Так. Сейчас, моя задача — это двойной эликсир. Дождаться двойного эликсира. Я жду мега-муху. Ага, я понял тебя, окей. Забрасываем ночную ведьму.
Скорее всего, минус башня. Скорее всего, потому что, ну, шарик сразу я не задефаю ничем. Нету никаких, никакого контр воздуха. Так, тут дракончик маленький. Так, хорошо. Тихо, не, ну вот это лишнее, нет. Вот это лишнее было. Ну, мы вышку, надеюсь, заберем. Мы вышку заберем, он должен слить фаербол, наверное, а может и не. Да, вот он сливает фаербол, мы ставим с бочки эликсира. И сейчас, скорее всего, получим люлей. Нет, не получим, потому что ему еще надо дефать пламенного там. Короче, нормально, сейчас по эликсиру выровняли. Выровнялись мы. Но плюс у меня должен этот профи через минуту, так как я поставил сборщик. Так. Ну что ж, запускаем пламенного. Желательно прокрутиться до второго пламика, так как сейчас шарик пойдет. Да. И шарик пошел не с той стороны, с которой я предполагал. Вот, и, короче, давайте тут Poison кинем, чтобы быстрее-быстрее забрать это все дело. Так, тут у нас мега... Я понимаю его безысходность, и у него нету выбора, как идти на три короны, но, увы, дружище, не фартануло, не повезло. Плюс 32 кубка. Отлично. Поехали еще в онлайн-каточку, пока разработчики еще не ответили. На самом деле, ребят, это все шуточки, да, насчет там морального ущерба. Я думаю, вы понимаете. Но тем не менее, согласитесь, они мне еще ничего не дали. Во-первых, это во-первых. Во-вторых, даже если дадут, ну, хоть какую-то там, не знаю, ну 500, 100, ну 50 даже гемов, уже какая-то была компенсация, была приятная. Потому что я вот хотел получить удовольствие от открытия сундука. Вот реально, принципиально хотел. И я его не получил. Печально, печально. Вот, поэтому очень рассчитываю на отзывчивость техподдержки и надеюсь, что они мне дадут гемов. Хотя я знаю, что техподдержка ничего мне не даст. Так, зап. Блин, зачем я слил зап? Ну, на самом деле зап я слил для того, чтобы прокрутить. Ты чё? Чё такой неугомонный? Так, ладно. А чё он сразу гиганта опять слил? Чё, доун или что? Ладно, так. А, слушайте, он, короче, мне так башню забрал почти. Ставим второй сборщик. Запа у нас нету. К сожалению, так. У него зап есть. Ух ты, как он красиво все сделал. Так, ну что, отдаем ему, да, слева башню, пацаны? Отдаем. Так, ставим голема. Ставим голема на левую башню. По эликсиру он сейчас, естественно, в минусе. Но у него есть преимущество. Если он сейчас пойдет на 3 короны, он может, кстати, забрать меня. У него шанс есть. Но, скорее всего, этого не случится. О, отлично, он пошел в деф. Так, теперь наша задача сделать вот сейчас проход и проконтератачить. Точнее, это не контратака, это просто атака, но... Она должна быть успешной. Если я сейчас, у меня не получится снести башню, скорее всего, у меня не получится вообще здесь выиграть. Но башню я, скорее всего, сношу. Отлично. Предлагаю... А что я предлагаю? Предлагаю позен кинуть. Заодно нанести урон какой-то. Я пока не знаю, что, ребят, делать. Наверное, поставить голема надо нам. Фу-фу-фу-фу-фу. Так, теперь надо задефать его вот этот пуш. Это трудно будет нам сделать, но, тем не менее, попытаемся. Попытаемся. Так. Друзья, я потерял башню. Да, но это не смешно на самом деле. Но у меня что-то это веселит. Так, давайте poison. Вот. Что-то я перенервничал немножко. Зап. Ну, мало контр, блин, реально, земли. Вот не хватает немножко, видите, да? Принца, блин, нечем останавливать. Но я еще не привык к этой деке. Мне достаточно некомфортно, что я не могу там принца отвлечь чем-то. Я не знаю. Просто очень много воздушных юнитов. То есть дракон, маленький дракон. Хотя это два только юнита, да, получается. Но все равно. Все равно дека мощная. Я просто, знаете, наверное, затупил в моменте, где поставил голема. Вот. Вот если бы голема не поставил, наверное, бы и не проиграл. Так, давайте ночную ведьму и ставим сборщик. Это, походу, 2.6 хок. Гадалки ходить не надо. Тут игроки
без фантазии, без разнообразия, рутинные, короче. Вообще не умеют менять деки, одним и тем же постоянно играют. Их читать вообще как... Так, давайте здесь дракончик. Отлично. Так. Так. Ну что ж, дождемся сейчас двойного элика. И, в принципе, проатачим. Так, давайте дракон. Пламенный. Блин. Давайте дровосек. Да ледяной дух сейчас и там заморозит, а нет. Так, слушайте. А давайте попробуем сейчас проатаковать с ночной ведьмой. А чё? Чё бы нет? Смотрите, сейчас сдохнет дровосек. Мы накроем пойзоном его лучниц. Пойдет рейдж. Там летучие мышки, все дела. И смотрите, под рейджем должен он сконнектиться. Ах, гоблины. Давай, коннектись, нет. Тяжело. Ну, попытка не пытка. Так. Сейчас нечем контрить Хога. Нечем контрить Хога, это плохо. Так. Окей. Ставим сборщик. Ставим сборщик и готовим пламенного. Ледяного духа нету, гоблинов нету, поэтому пламенным задефаем. Он выбрасывает фаер, выбрасываем пламенного, дефаем Хога и ставим голема после того, как Хога задефаем. Он запнул, ну естественно. И, блин, походу сейчас минус башня. Нет, отлично. Так, на какую сторону ставить? Да думаю, по этой же стороне будем атаковать, почему бы и нет. Так, гоблины отвлекают, хорошо. Поехали, сейчас будем атаковать. Коннектится дракон, но урона, конечно, там немного. Так, тут у нас дровосек будет. Так, а что у него по дефу? Я так и не увидел здание какое-то дефа. Ну, дровосек, выживи, шикарно. Он сейчас запнуть должен. Отлично. Хотя, что отличного? Минус башня, лол. А нет, не минус башня, 400 хп осталось, друзья мои. И у него сейчас будут проблемы, потому что я ставлю второго голема. А хотя 30 секунд осталось. В принципе, кто сейчас быстрее заберет башню, тот и выиграл. Я выиграл, все. Честно, я уже хотел бомбить. Ну, честно, такая дека своеобразная. Мне не так легко с ней играть, но она мне нравится. Мне она нравится, я человек, который люблю получать удовольствие, разнообразие от игры. То есть я гедонист, я не люблю играть одним и тем же. Я постоянно меняю деки. Вот, хоть иногда, порой даже у меня с ними не особо получается играть. В общем, друзья, что разработчики так и не ответили. Ждем их ответа. Ну, вот этот, типа, они узнали, что мне выпало сундука, но мне не дали, друзья. Они мне не дали ничего. То есть, смотрите, у меня как было 10 шахтеров, так и осталось. Вот. В общем, жду их ответа. В следующем ролике узнаете, что же они мне ответили и какую компенсацию они мне дали. Либо просто они чистят карты. Я не знаю. Спасибо за просмотр, удачи и пока.